Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны мы Тебе за этот день, Господи Иисус. Благодарим Тебя за это укрепление в Твоей жизни, в Твоем воскресении, посредством Твоей любви, Господи Иисус. Слава Тебе, Христос! Благослови сейчас все собрание, благослови эту мысль о вступлении, Господи, слава Тебе, Иисус! Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Давайте откроем с вами Евангелие от Иоанна, 11 главу, и прочитаем с вами два стиха. Итак, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25-26 стихи. Иисус сказал ей: «Я есть в воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Итак, это история о том, как Иисус Христос совершил это чудо, воскресив Лазаря. И если мы возьмем эту историю всецело, то это чудо воскресения Лазаря от его физической смерти дает нам картину утешения и укрепления жизни и воскресения в Иисусе Христе через веру. Да? Если мы посмотрим, кто такие были Лазарь, Марфа и Мария, то мы увидим одну из характеристик, что Он их любил, как описывается в 5 стихе этой главы. Здесь говорится: «Иисус же любил Марфу, сестру ее и Лазаря». И что это говорит нам? Что, безусловно, Его любовь ведет нас к тому, чтобы мы увидели Его как жизнь и воскресение. И когда мы видим Его как жизнь и воскресение, мы видим Его путь и ободрение к вере, к тому, кто есть жизнь и воскресение. И вот всякий, кто уверует в Него, как в жизнь и воскресение, как Господа Иисуса Христа, не умрет, но воскреснет, как здесь и описывается. Кто такие были Марфа и Мария? Мы видим с вами, что это были сестры. И Мария – это та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. И мы видим в этой истории, что Лазарь заболел, они отправились за ним. Когда он услышал об этом, он не сразу пошел, а прошло время. Мы с вами читаем, что к тому времени, как он пришел, прошло уже 4 дня. И к тому же, как мы видим с вами, ученики Иисуса Христа уговаривали его не ходить туда, потому что они говорили ему: «Давно ли искали иудеи побить тебя камнями, а ты опять идешь туда?» Но что говорит нам эта любовь и воскресение и жизнь, то, что он желает осветить, что через эту любовь к Лазарю, к Марфе и к сестре ее, которая он любил их, он также любит и весь мир. Их он призывает к вере, и мы с вами видим, что доктрина призыва к вере также освещается в Иоанна 3 главе 16 стихе. Мы видим с вами, что там говорится о его любви и вере также, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, и всякий, кто поверит в Господа Иисуса Христа, будет иметь жизнь вечную». В этой истории мы с вами видим, что Иисус Христос также делает акценты на другой группе. Это на группе иудеев. Итак, первая мысль, мы можем озаглавить ее так, я размышлял об этом, что это утешение Марфы в первую очередь и Марии, воскресение и жизни и любви
в Иисусе Христе. И не только их, а также и всех людей, поскольку мы видим, Иисус Христос включает всех, даже в этой главе. Он включил всех в Иоанна 3 главе 16 стихе, но также мы видим здесь, что здесь включены также и иудеи. И более того, когда Иисус Христос воскресил Лазаря, тогда что сделали иудеи? И они уверовали. Итак, вот он приходит, и он идет, вернее, от того пути, где он был, и это занимает 4 дня. И во время пути, или в начале этого пути, он говорит сначала своим ученикам, что Лазарь уснул. Тогда ученики говорят, если уснул, то обязательно выздоровеет. Но тогда он говорит им, что прямо, он сначала имел в виду, что он умер. И тогда он им прямо сказал, что он умер. И затем он говорит им, что и хорошо, что меня там не было, потому что тогда, если вы уверуете, вы будете жить. Он приводит к этой доктрине, что жизнь и воскресение от смерти – это через веру в Иисуса Христа. Удивительно. И далее мы видим следующее. Он приходит к Марфе и Марии и говорит им, «Я есть им воскресение и жизнь». А Марфа говорит, «Вот уже 4-й день, как он умер и находится в этой гробнице». И он ободряет ее, «Я есть им воскресение и жизнь, и верующий в меня, если умрет, и оживет». И мы видим здесь эту ключевую мысль, что он приглашает всех в верование в Иисуса Христа. И тогда мы видим с вами это удивительное чудо, что всякий, кто уверует, он оживет и воскреснет. Воскреснет от чего? Воскреснет от сна. От сна смерти, мы можем сказать. Именно так он определил, исходя из 13 по 16 стихи смерть. Посмотрите. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздорови». Иисус говорил ему о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Итак, мы в этих стихах видим, что Иисус Христос определяет смерть для уверовавших в Иисуса Христа как сон, да? Короткий сон. Или это словно, как мы видим еще в 22-м псалме, это всего лишь тень смерти. И всякий, кто уверует в Иисуса Христа, оживет и воскреснет, и будет жить с Ним вечно. Но что еще поражает и удивляет, он не забывает никого, кто находится в этой истории. Как я сказал в самом начале, он не забывает и иудеев, которые ищут убить его. И позже мы видим с вами, что несколько раз упоминается здесь об иудеях. Когда он приходит, он плачет. И тогда иудеи говорят, смотрите, как он любил его. А некоторые из них сказали, некоторые говорили, почему тогда он не пришел прежде, а прошло уже 4 дня. Но потом, когда он сказал, Лазарь, выйди, да, и вышел умерший, обвитый по рукам и ногам, погребальным пеленам, и лицо его обвязано было платком, Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. И посмотрите, после этих слов, 45 стих, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Мы видим с вами эту поражающую любовь Иисуса Христа, что Он желает спасти в жизнь и воскресение и тех, которые ищут убить Его. Или можем сказать, что вся эта история, можно сказать, была подготовлена не только для
того, чтобы ученики уверовали. Это мы можем судить по 15 стихе. Он говорит им: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали». Возможно, это последняя мысль. Возможно, некоторые из учеников не веровали, которые следовали за ним. Возможно, некоторые из 12. Мы знаем то, что Иуда не уверовал, не верил. А возможно, и другие. И он говорит им, возможно, это хорошо, что меня там не было, поскольку, увидев это чудо, вы уверуете в меня. И далее мы видим с вами эту благодать Божью и то, что Он через кого приглашает людей в эту жизнь и воскресение через веру, Он приглашает, безусловно, через церковь свою. Он приводит сначала верующих через верующих к жизни, через веру, а затем Он также и укрепляет их веру, что бы ни происходило. Укрепляет словом ободрения, словом назидания, словом утешения в жизни и воскресении Иисуса Христа. Как это сейчас мы и воспринимаем от Иисуса Христа. Аминь. Благослови вас Господь.